целый день сидела дома. Короче, никуда не выходила. Велю, пригоняй. Вечером пригоню. Вечером по-любому буду. У меня малая ходит в этот, в клуб гимнастики. Я туда погоню по-любому. Сауна, да? Ну ты чё? Жара такая, сауна какая, блин. Я бы так бы, блин, массаж вот. Массаж, от массажа бы не отказалась. Сауну? Не, не хочу. Какая что, в Билево сауна есть? А где она находится? Шучок, да, люблю. А где сауну в Билево? Ну что, призрак, с меня деньги будешь за массаж брать? Вот ты, блин. Не буду. Я бы от плеч бы не отказалась бы, если кто-нибудь помял. Ну, массажисты-то разные бывают, да. Разнопрофильные массажисты. Какой кофе, блин? У меня только растворимый. Могу только растворимым угостить кофе, потому что мне так никто и не подарил, блин, эту кофемашину, хотя обещали. Самой надо купить, короче. Да, они замотили, короче. Зажали мне, короче. Мне Кирех обещал. По итогу сказал, типа, попроси у Вовки с Тимкой. Он мне сказал, что купит, а потом, короче, сказал, типа, иди гуляй, девочка. Так вот бывает. Да, и пофиг, кто кофемашина. Будет она мне так настолько нужна, плюс она себе.
Да, точно призрак. Сегодня люблю, все куплю, завтра уже. Давай, девочка. Много хочешь. Я у него и сейчас на первом месте, но он так говорит. Ну, сказал насчет кофемашины, типа, иди, короче, к Вовке и к Тимке, обращайся. Про Вовку я ничего плохого не могу сказать. Вовка честный парень. Ну, блин, Вов, я ж не буду у него, блин, извините меня, умолять его или просить. Я ему один раз сказала, он обещал. По итогу нет. Ну и все, нафиг. Нет, так нет. Я просто сделала свои выводы, что человек, короче, языком трепет очень много, а на деле ни хрена. Никак. Есть же такие люди, знаете, такие прямо. Так он мне, в принципе, никто. Он же мне не парень, никто. Не сват, не брат. Просто, как говорится, не знаю даже, как сказать, кто он. Кто он? Во, кто он? Даже смысла нету на таких внимания обращать, потому что